3 сентября. Уже месяц без дождей. Был только дождь раз в ночь. Недели, наверное, 2 назад. Не побольнее. Правда, хороший был дождь. И все. И все это время стоит жара. Хотя нет, позапрошлой неделе было прохладно. Даже плюс 5 было ночью. Ну, в принципе, сейчас до 10 опускается по ночам градусов. Блин. Что-то так не хочется. Вот это все, это осенью, вот это все слякоть опять. Ну вот, кстати, такой климат мне больше нравится, как здесь, сухой. Ну, суши. По суше, конечно, еще было бы лучше. Ну, например, как в Саратове, наверное, вот хороший климат. Там нет вот этих соплей, как в Пензе. В начале лета, я имею в виду осенью, там все-таки по суше. Да и вообще влажность поменьше. Хотя там Волга, не знаю, насчет Саратова. В Самаре я жил где-то полгода. Там, я помню, приезжал летом, там вообще ужас. Там что-то так душно было. И, кстати, читаю вот сейчас чат периодически, ну, читал. Этот Кабулецкий. Там народ вешается. Там жарище, плюс еще эта влажность, я не представляю, если там весной был такой ужас. Летом там, наверное, вообще с ума сойдешь. Там исходит все с ума. Пишет, что без кондиционера там вообще невозможно. Ну и местные тоже говорили, что летом они все сваливают при возможности в горы. В Гомес-Нанта, вот туда вот, наверх, где посвежее. Вот. Но, честно скажу, как-то в Грузии, когда все в горах, не хватало таких просторов. Что-то прям как-то было... Хотелось прогуляться куда-нибудь вот так вот. Вот. Там скучаешь по просторам, здесь скучаешь по горам. Так всегда в жизни. Решил прогуляться. Пока хорошая погода, недалеко от города. Одним днем. Мастиновский пруд. Вообще сейчас вот подумал, мы здесь же в детстве были, постоянно, ну, не постоянно, периодически сюда ездили, купались, правда, редко, но заезжали на великах сюда. Просто я вот смотрю, в каком сейчас состоянии. Вот эта дамба, весь берег заросший камышами. Как все в упадок просто пришло за эти вот года. И это ведь не только здесь. Практически везде. Вся страна вот так вот выглядит, как эта дамба. Просто дорога по осеннему полю. Там вот какая-то странная полоса пшена. А дальше опять трава. Непонятно. Может быть, с прошлого года не доубрали, и оно взошло. Не знаю. Да, люблю я сентябрь. Солнечный. Он же запахнет листьями. Ну, другие запахи, конечно, чем летом. Уже все отцвело. Травами не пахнет. Начинает появляться запах листьев. Березы особенно пахнут. Особенно если вот такая жара стоит.
листья желтеют раньше в этом году. Красота сжатого поля. Солнце затянули легкие облачка, стало прохладно. Пенза. Да, Пенза разрастается в оба края, в Терновку и в Арбеково. Но пустеет деревня. Ну круто же такой простор. И куча дорог перед тобой. Хочешь туда, хочешь сюда. Такой глобальный перекресток семи дорог. Вот и я. И здесь тоже все в подсолнухах. Правда, здесь они маленькие. Земля вся растрескалась уже от засухи. Глубокие очень трещины. По-моему, позапрошлой весной я шел как раз вот этими полями. Но было это весной, когда только-только все растаяло. Здесь еще местами лежал снег. И были глубокие лужи. Поэтому все выглядело совсем по-другому. И было холодно и неприятно. Но после зимы тогда было прям отлично прогуляться.
Пойду я, наверное, направо все-таки. Просто идешь, какие-нибудь такие простые моменты, что-то в них есть. Не могу объяснить. Интересно здесь посадки. Дубы. И дикие груши встречаются среди них. Еще какая-то акация. Или что-то типа мелкая такая. В детстве из них свистульки делали. Из стручков. А здесь почему-то еще не скосили. Хлеб. Идется, в принципе, неплохо. Единственное, я в шортах, а здесь среди хлеба растет еще вот эта березка, вьюн. И вот он как раз прямо ногами его тяжело рвать. Довольно-таки она упругая, эта хрень. Вот, поэтому не очень приятно. Да, ее здесь много. Прогулка по хлебному полю. Вот тут я смотрю, что-то много следов от машин. Причем уже такие свежие следы-то видно. Уже поспелой пшеницы. Проезжал кто-то. Что здесь есть вот такой вот огромный овраг, разветвленный причем. Интересно вообще, когда он образовался. Сколько сотен лет назад или, может быть, тысяч несколько лет назад. Огромный какой овраг. Много он чего видел за все время существования. Да. Не знаю, как обходить или так пройти через него напрямки. Да, прошел напрямик, не стал обходить. Иногда я думаю, что за более затратно обойти на одном уровне, либо перелезть вот так вот вниз и потом залезть вверх. Да, тут он... Что-то там кто-то ломится, может заяц. Ну да, враг здесь прям огромный. Наверное, известняки, мягкие какие-то породы, наверное. Поэтому так и размыло.